Всем привет! Едем 60. Звук трансмиссии, внимание, минута тишины. Так, сегодня планируем поехать с суперджипом. Ну, супер относительно супер. Хотим попробовать, как он себя поведет в условиях нашей лужи пресловутой. Вот он уже, можете видеть. Ну-ка, возьми, Юр, снимай. Ай-яй-яй. Давай, 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 быстрее выезди его. Виден? Главное, взял лопату, он не один. Супергонка. Проходимость взяла и тяжело село, а он блин и пошел. Здесь может левее возьмем, в эту колею. Так, у нас вот такие колеи. Сейчас их будут преодолевать ЗИЛ и ГАЗик. Свет больше, чем зиму. Он даже на стане не меняет. Зилу пойдешь в ту лужу? Ну я думаю, пусть Серега сначала. Смысл, мне сейчас я ему наеду там. Ну да. Давай я проеду, я пойду проверю, а ты просто перейду, не так задачи. Я не выскочу, блядь. Я ж так без гидроусилителя, блядь, у меня хуй вырвется на. Не, так ты ж потихоньку. Вот здесь выедешь. Вот это лужа. А здесь вторая, вот это что ли?
Ну да. Ну да, получается, вот это наша лужа, стопудово. Ну надо ему вот сюда, ну, выскакивать. Ты вот здесь выедешь, Серега. Без этой трубы на Куйбышевский. Ты хочешь там ездить? Ну здесь, если что, задом сюда переедешь. Сюда заезжай, сюда задом переедешь. Да я тебе говорю, в твоих проспектах можно не бояться. Ну только что... Ты смотри, по секунду просто мне, аккуратненько. Не спеши. Ты накопал там яму? Ты накопал там яму? Там ямки были, а кто его знает, накапаны они там или не накапаны. Так, вот лужа он. Это опасно. У нас это лужа. Покруче, право, чем это. Она глубокая, наверное, может? Ну как, она вот там нормально, а вот здесь такой. Ну хотя я вот смотрю, что видишь, она вот просвечивает. Ну давай. Опа. Посмотри, я думаю, ты проедешь, если честно. Ну не, бля, я его сразу уберу, как он умытать на мордусе. Да нет, тут ты, если забуксуешь вот здесь, на выезде только. Так, вы снимаете? Юра, секунды идут? Не думай о секундах свысока. Так, лужа тут серьезная у нас. Ну вы уже видели видео, ЗИЛ здесь проезжал два раза или три. Дорога была менее разбитая. Сейчас здесь лес возят Ребят, ну просвет у тачки огонь. Посмотрим, как у него. Говорит, нету гидроусилителя. Ты без гидроусилителя еще лучше крутишь. Блин. Первый косяк. Серёж слишком близко взял. Ёть, кугнуться, капец. Начинается рвение. Тихонько. Не рви тачку. Тихонько. О, пошел по колее. Только тихонько, не спеши. Блядь, не спеши его. Скрипя зубами, ну видишь, проскупся. Ну, колеи нарезал. Ну, как ЗИЛ. Ну, ЗИЛу хуже все-таки здесь было ехать. Он тяжелый. ЗИЛ тяжелый, тяжелый. ЗИЛу было тяжелее ехать. Все, надо ехать в речку. Все, Серега, мы сейчас едем в речку. А? Сейчас едем в речку. Если ты речку проедешь, всю... тебе, блядь, медаль, да, за отвагу. Так, лужу с обратной стороны. Идет ЗИЛ, потом гадит. Поливали лужу с костры.
Так, делаем обзор бритвы. Мега бритвы. У нас здесь военные мосты. Поддон обрезали специалисты. Резина это у нас от чего? БТР. БТР резина. Двигатель Mercedes. 3.0. Шестицилиндровый. Здесь салон у нас. Ну, салон военный, конечно. Ничего тут не скажешь. Так. Все штатное. Раздатка. Хотели съездить в реку, но в реку не поедем. Нету времени. Позвонили, надо срочно уезжать. Лопата у нас здесь есть. Но она не понадобилась. Машина едет просто офигеть. Какие здесь у нас колеса. В принципе, ничего тут такого сложного нету, но работа сделана космическая. Арки Серега прикрутил. Это явно не газоновские. Воздухозаборник у нас ураловский. Вот такая тачка. Машите всем привет. Серега, привет. Все, в следующий раз обязательно попробуем проехать по речке. Посмотрим, обойдет он ЗИЛа или нет. Там, где ЗИЛ застрял, будем пробовать мега-тачку.